Давайте разберем рукны, столпы намаза. Первый столб намаза – это «аль-кияму ма-аль-кудра». «Аль-кияму ма-аль-кудра». То есть стояние при наличии возможности. Совершение намаза стоя при наличии для этого возможности. Стояние «аль-киям» является столпом, рукном при совершении обязательных намазов, фардов. При совершении дополнительных намазов стояние не является рукном. Дополнительные намазы, ан-навафиль, в отличие от фардов, от фараид, их можно совершать сидя, но сидящий получает половину награды стоящего. Половину награды стоящего. Как определить, есть у человека возможность стоять или нет? Мы же сказали, кияма аль-кудра, то есть стояние при наличии возможности. А как понять, есть возможность или нет? Что является определением вот этой вот возможности, при которых человек непременно должен стоя совершать его? Уляма говорят, условие молиться стоя, оно снимается с человека. Либо ввиду полной невозможности стоять, как, например, паралич. Человек парализован. Полностью у него, что отсутствует возможность стоять. Либо снимается это условие, когда стояние возможно, но сопровождается трудностями для человека, такими трудностями, которые лишают его хушуа, то есть смиренного совершения намаза. Например, человек чувствует боль. Да, он может стоять, он может простоять этот намаз, но он испытывает такую боль, что из-за этого лишается смиренного совершения намаза, хушуа. Ясно? Итак, что значит кудра? Наличие возможности. Это условие снимается киян. И можно сказать, что у человека нет возможности, если он совершенно не может стоять, как, например, паралич. Либо может, но это сопровождается трудностями, так что он лишается хушуа. Лишается возможности смиренно совершать намаз. Например, испытывать боль такую. Хорошо, если стоит, что это лишает его хушу. В таком случае с него снимается вот это вот условие стояния. Хорошо? То есть рукан выполнять намаз стоя с него снимается. Хорошо, если больной совершает намаз сидя, он получает половину награды того, кто совершает стоя? Нет. Он получает полную награду. Если больной совершает намаз сидя. Потому что он сидит сейчас почему? Потому что у него есть уважительная причина. А если здоровый человек, у которого нет уважительной причины, совершает дополнительный намаз сидя, намаз действительно на его? Можно это? Можно, но он получает половину награды того, кто стоит. Ясно? Итак, это был первый столб. Как он называется? Аль-кияму аль-кудра.